Обнаженка в публичном месте шокировала челябинцев. На площади революции голый мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, как парень просто сидит на лавочке в сквере, но затем ему, по всей видимости, стало жарко. Недолго думая, он разделся и зачем-то лег на асфальт. Обеспокоенные прохожие обратились в полицию. В итоге мужчину передали врачам. Теперь медикам предстоит выяснить, чем было вызвано обнажение на центральной площади города. По словам очевидцев, он был в неадекватном состоянии.